Заключительная коробка на сегодня. Вечером, может, очухаюсь, выйду, потом подведу итоги в эфир. На утро сегодня. Хром, четвертая коробка. И заканчиваем. А то мы за одну ночь все вскроем. Потом скучно будет. Так, потом паковать. Самый скучный процесс паковать. CL1084-17519. Эта коробка отличается номером от предыдущих трех. Надеемся на мегахит. Так. А тут же тоже какие-то номера есть. А я их не смотрел. Не будем тут горы городить. Ну что, удачи, заключительная четвертая по хрому. Брал россыпью. Подведем итоги потом уже на свежую голову. Что-то нам выпадывало, когда буду фототь уже. Ну, точно, как бы один авто из 10, я помню еще карту из 10. Как кошки все поют, у меня уже утро. Кошки поют за окном. Может, они всегда поют, когда... Конечно, я спал. Какой-то концерт по заявкам. Зато мой охламон спит днем и ночью. Бывает, урод бегает, как сумасшедший. Так, о, карта, которая одна, две на кейс. Это молодые парни в Лиге чемпионов. Вирджин Ван Дейк, Ливерпуль, вот полоса тоже какая-то вот идет, видите? Некрасиво делают. Ральф Фёрман, Шальке, Марко Ройс, Боруссия и Марко Верратти. В 2012 году дебютировал в Лиге чемпионов Пари Сен-Жермен. Тоже красивая подсерия вот эта. Наверное, они молодые, вот эта фотка 2012 года. ПСЖ, Марко Верратти. Так, чуть в сторону. Вроде ничего такого, наверное, рефрактор только. Хави Мартинес, Бавария. Томас Мюллер, Бавария. Алмейда, Бенфика. И Ян Облак, Атлетико. Первый суперстар сейчас будет. Вот эту карту, я думал, красная. Она просто какое-то солнце садится, наверное. Марио Гёце, Боруссия Дортмунд. Агуэра, Мансити. Маркут, Шальке. И Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед. Вот такой я грозный парень. В Кинг-Конге можно сниматься. Наверное. Там в эпизодах где-нибудь. О, зелененькая. Это из 99, наверное. Рубен Везо, Валенсия. Тибу Куртуа, Реал Мадрид. Крис Смолинг. Опять какие-то царапки. Вот. Манчестер. И Харри Кейн. Тоттенхэм. Финалист Лиги Чемпионов, больной Харри Кейн. 8. О, номер красивый. 8899. 8899, как номер какого-нибудь телефона. Еще одна тиражка, наверное, из 75 будет. Бэтмен, не лезь туда. Бегаешь. Иван Перешич, Интер. Месси, базовый Барселона. Эль Шарави, Рома. И... Снова Манчестер Юнайтед, Джесси Лингард, Blue Wave.
Кот пить пришел тут на кухню. Скажешь, надоел ты мне своими брейками. Дай попить. 62-75 JC Lingard. С 99 из 75 тиражки. Более-менее низкий тираж. Надеемся на хитовое авто, потому что отличается. Вдруг это мега-супер коробка. Гнабри Бавария, Атлетико Гризман, Сауль Атлетико Переливашка, Шрайверс Брюгге. Олсен Рома, Филипп Луис Атлетико, Салиф Сане Шальке и суперстар Гаррет Бейл. Этот суперстар теперь неизвестно, где будет играть. Или на лавке сидеть, или не хочет уходить из Реала, и все. Фьючестар следующий у нас будет. Рафинья, Барса. Рубен Диас, Бенфика. Криштиану Роналдо, Ювентус. Джесси Лингард. Джесси Лингард в ударе сегодня. И будущая звезда из 75 у него Манчестер Юнайтед. Ромелу Лукаку Манчестер Юнайтед, Николас Талиефико Аякс, Данило Мансити и Кейта Бальде Интер. Какая-то из них карта уже рефрактор, скорее всего. На рефракторах не будем останавливаться. О, думал, какая-то красная. Обманули. Эйндховен. Фернандес Бенфика. Рамос Реал Мадрид. Рафа Сильва Бенфика. Какой-то грустный Рафа. Рафа с бородой. Иско, Реал, Жао, Фелиш, Бенфика, Уго Ларис, Тоттенхэм, Пулишич, Боруссия Дортмунд. Фьючер Стар каждый год. Так, смотрим дальше. Кавани, ПСЖ, Митрович, Брюгге, Рефрактор. Габриэль Жезус Мансити, Самуэль Умтити Барса. Автограф здесь. Здесь у нас автограф. Может, два положим. Было бы тоже неплохо. Милан Шкриньяр Интер. Анана Рефрактор, Аякс, Де Брюйне, Манчестер Сити и Ханданович, Интер. Давид Нерес, Аякс, Джо Гомес, Ливерпуль. О, тиражка. Ох ты, угол подбит у карты какой-то вообще. Перейра, Манчестер Юнайтед. Вот видите. Залепили в угол чем-то. И вот это, наверное, пакетик какой-то был. И вот чуть-чуть тоже зацепило и эту карту. Жалко. Жалко Ди Марию, ПСЖ. Тиражная карта с подбитым углом. Так просто не исправить, она твердая. Так, тут появился какой-нибудь этот, тоже маленько кажется. Или мне уже под утро все кажется. Верратти, ПСЖ. Тер Штеген, Барса. Родриго, Валенсия. Лео Месси, суперстар. Какой-то темный, может, тиражный. Сейчас посмотрим.
Но нет, обычный Лео, небритый Лео с бородой. Так, Де Йонг, Эйтховен, Винкс, Тоттенхэм. Ну, это вот, смотрите, что неудачная какая-то. Уголки, вот они все покоцанные. Бауман, Хоффенхайм, еще тут даже у Баумана какая-то еще карта, кусок. И Модрич, Реал. К сожалению, половина карточек каких-то, угол подбит. Вот это уже целый пакетик. Чингис, Ундер, Рома, Моура, Тоттенхэм и Ди Мария, ПСЖ. И здесь Фьючестар, американец, Маккенни, Шальке 04. Так, это пакетик у нас с автографом. Углы вроде целые. Санчо, Дортмунд. Опять синенький какой-то. Честный Юви. Тут Каларов у нас, Рома. Ну, Шальки. Шальки ты, Шальки. Я-то думал, крутая будет коробка. У нас отличается от всех, а тут какой-то Шальки. Ну, кстати, этого вратаря я не видел автограф. Ральф Фёрман, Шальки 04. Из 150. 126, 150. Все. Закончили брейки ночные, утренние. Закончили брейки по хрому новому. Смотрите, думайте. Там может еще в следующий раз ввести в рассыпуху. Сколько-то. Сколько-нибудь коробок. Так, ну все, заканчиваем сейчас обзор. Заливаю и все. И на завтра все дела. Так, тут вот чуть-чуть. Печальная коробка с подбитыми углами. Фьючестар, Маккенни, Шальке 04, Пулишич, два американца в разных командах, Баруси Дортмунд и Лингард, Манчестер Юнайтед. По 4 этих, 3-4. У этих углы вроде целые. 4 суперстара. Месси, Барса. Рафа Силва, Бенфика. Гаррет Бейл, Реал Мадрид. И Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед. Все базовые, не тиражные. Вот такая карта. Одна, две. Ой, все время одна, одна, две. На кейс. Верати, ПСЖ. Дебют Лиги Чемпионов. И далее по тиражкам и авто. Тиражка вот с подбитым углом. Ди Мария, ПСЖ из 250. Из 99 Харри Кейн, Тоттенхэм. Из 75 Блю Вейв, Лингард, Манчестер Юнайтед. И автограф из 150 Ральф Фёрман, Шальке 04. Подвой кошек, заканчиваем брейк. Все 4 коробки вскрыли за ночь. Быстро собрали. Еще быстро разобрать. Еще раз напоминаю, кому отправлять, кто оплатил, уже пишите. Ну, там еще получается, я не знаю, не смотрел, там сейчас, может, уже и что-то собралось уже. Все остальное. Поэтому за выходные проведем. Разошлю всем. Новые, кто в ней участвует, уже сегодня не буду реквизиты кидать. Завтра на свежую голову. Всем все посчитаю. Всем все скину. Все, парни. До новых встреч. Пока-пока.